не так долго в Америке находимся, но на акклиматизацию как бы прошла хорошо. Времени было мало, игра как бы с канадцами помогла нам перейти в, ну, в нужное, настроиться уже на американское время. Матч с Канадой, кто был такой самый тяжелый? Порох самый, сдержать его тяжелее всего было. Есов, может быть, своим масштабом, или Коросби. Всем было тяжело играть. Это как бы определенного спорта игрока, против которого было тяжелее играть. Важный момент, как это взяли из этого матча, что понравилось, ну, что можно взять и писать в актив? Ну, можно записать в актив то, что вышли хорошо во втором периоде, начали как бы более живо играть в первом периоде. Не понравилось то, как вышли с начала игры. Вот, дали канадцам инициативу. Ну и какие-то тактические вопросы надо подкорректировать. Иногда, ну, непонимание было на площадке, оставляли игроков свободных. Вот, над этим как бы надо два дня сейчас на видео разобрать и поработать. Кто вас будет поддерживать на турнире, кто-то приведи за вас поборить? Да, семья будет поддерживать. Кого болеешь? Жена у вас в матче за шведов или за наших? Просто болельщики спрашивают. Интересно, за меня, за нас. Да? Да.